Всем привет! В этом видео я хочу рассказать про одно классное приложение, оно называется Копирка. Это приложение предназначено для того, чтобы переносить изображения с любых рисунков, картинок, изображений, фотографий, вообще откуда вы только захотите перенести. Я этим приложением пользуюсь уже в сумме где-то 1,5 года, очень много отрисовала, и мне очень нравится им пользоваться. В чем суть вообще, как им пользоваться, да? Если вы хотите нарисовать что-либо, неважно, это может быть какой-то пейзаж, это может быть какая-то фотография или вообще какой-нибудь детский рисунок даже, да, вы заходите в это приложение, добавляете туда изображение, которое вам нужно, устанавливаете телефон над бумагой, включаете там все, настраиваете, и получается, что вы смотрите на свою бумагу сквозь телефонную камеру, через экран телефона. Вы видите лист, и на этот лист накладывается еще изображение, которое вы хотите перенести. И благодаря этому вы можете рисовать и переводить там любой контур, либо вообще полностью картину вы можете нарисовать даже краской, если хотите, да, какие-то там точечки, какие-то штучки, чтобы было так же, как на изображении. Вот. И чем мне нравится это приложение, да, вообще сам функционал мне очень нравится. Например, здесь особенность, когда изображение наводишь, здесь можно увеличивать изображение прямо в телефоне. То есть можно прорисовывать какие-то мелкие детали. Потому что экран телефона он маленький, да, иногда какие-то детали хочется прорисовать, но не видно. А так ты увеличиваешь, и можно увидеть какие-то большие детали. Вот. Я всем рекомендую попробовать это приложение, хотя бы раз порисовать с ним. И я уверена, что вас так же затянет, как и меня, и вы будете его часто использовать и рисовать с ним классные рисунки. Все, всем пока. Посмотрите, у нас есть возможность снимать холст и одновременно показывать фотографию. Ставится средний выгодный свет, и я могу спокойно скопировать контуры для своего изображения. В данный момент мы выбрали портрет. Таким способом я могу приблизить и уже детали уточнить, которые мне нужно прописать мелко, если я буду полностью все прописывать. Телефон сейчас установлен на обычном стакане. Можно ставить на какие-то подставочки или какие-то предметы и спокойно вот таким образом изобразить. Сейчас мы взяли холст, размер большой, 40 на 50, максимальный размер 60 на 90 можно использовать, и моя задачка сейчас обвести контуры, которые мне потом помогут сделать мое изображение. Очень сложно начинающему и даже опытному перенести четко изображение. Для этого используются разные референты, копирки. Сейчас можно это все больше не использовать, потому что быстро под любой размер вы можете выбрать изображение, перенести. Поэтому сейчас переходите по ссылке и приобретайте данное приложение. Удачи вам! Да пребудет с вами вдохновение!